Когда у вас есть власть, чтобы это произошло. Аминь. И это мы делаем во имя Иисуса. And all authority и вся власть in heaven and earth на небе и на земле has been given to him. Была дана ему. Isn't that right? Правда? So let's do it. Поэтому давайте это сделаем. Father, I thank you. Отец, я благодарю Тебя. Father, right now, прямо сейчас, the Отец. Only reason I'm even talking to you about this. Мы говорим об этом с тобой сейчас только по одной причине. So that there can be no misunderstanding. Чтобы не было недопонимания. About who, whose name and whose power we're doing this in. Во имя кого и чьей силой мы это делаем. So Father, I give you all praise and glory. И поэтому, Отец, я отдаю тебе славу и всю честь. For everything that's already been done. О всем, что уже произошло. And everything. И о всем. That we're fixing to experience. Что мы будем здесь видеть. So, Father, I thank you for that. И поэтому, Отец, я благодарю Тебя за это. And I praise you for it. И я просто прославляю Тебя that за you give это. Me a chance что Ты дал мне эту возможность to participate чтобы участвовать in your victory в Твоей победе over your enemy of sickness and disease. Над всяким Твоим врагом, болезнью и немощью. So, Father, I thank you. И поэтому, Отец, я благодарю. Now, сейчас in Jesus' name. Во имя Иисуса. Sickness and disease. Немощь и болезнь. You hear now. Ты слышишь сейчас. You obey the voice of the word of God. Ты покоряешься слову Божьему, голосу Божьему во имя Иисуса. You will leave these people now. Ты оставляешь этих людей. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Right now. Прямо сейчас. Pain. Боль. I command you. Я повелеваю тебе. Leave them. Оставь их. Go. Выйди. In Jesus' name. Во имя Иисуса. You will leave them now. Ты сейчас их оставляешь. No у тебя нет здесь места. No у тебя нет власти над их жизнью. Ты не умерла за, эту, за этих died. Людей. Иисус умер. За этих людей. So right now, поэтому сейчас ты оставишь их now, прямо сейчас во имя Иисуса. Right now, прямо сейчас. Sickness, disease, немощь и болезнь. Go, выйди. And do not return. И не возвращайся. Pain, боль. False pain, лживая боль, tormenting spirits, всякие терзающие духи, I command you, я повелеваю вам in the name of Jesus во имя Иисуса Христа, leave these people, выйди из этих людей, now, оставь сейчас, so be it. Да будет так. Amen. Аминь. All right, now, right now, begin to move. Прямо begin сейчас начните двигаться и делать то, что вы не могли делать. Начните вот так двигаться. Двигаться и наблюдайте, та боль, которая у вас раньше была. Поднимайте руки, у кого ушла боль. Начинайте так двигаться и поднимайте руки, если боль ушла. Правильно, правильно. Двигайтесь, двигайтесь. Проверяйте, где боль, и она ушла. Ничего не может оставаться у вас. Во имя Иисуса. Так, правильно. Если вы не могли раньше этого делать, продолжайте делать. Правильно, не могли дышать хорошо. Начинайте дышать. Если кто не мог двигаться, двигайтесь. In Jesus' name, во имя Иисуса. Right now, прямо сейчас. По всему залу. Вы освобождаетесь во имя Иисуса. Аминь. Те, которые поднимали руки, поговорите со служителями, расскажите, что с вами произошло. Мы будем продолжать служить тем, кто нуждается дальше. Те, кто уже получил исцеление, вы можете идти. But I would turn it back over to the pastoral staff. There we go. That's all right. Ничего, ничего. That's all right. Ничего. Go ahead and if we need somebody to come up. Если нужно, чтобы кто-то подошел, подходите. And I'm going to begin to minister and go through. Yep, go ahead and help мы him будем up продолжать there. Служить. I'm fixing to head over there. That's one. Да, помогите немного человеку, обязательно. К служителям подходите и говорите со служителями. Рассказывайте, что Бог сделал с вами. And we will see you tomorrow night. Мы увидимся с вами завтра. Come.